Дождь, как выяснилось, та самая погода для россиянашек. А если серьезно, то ростовчане показали в матче с самарскими крылышками блестящий футбол. Уже с первых минут стало ясно, что РСМ настроен на победу. Михаил Куприянов открыл счет на третьей минуте встречи, затем следует серия голевых моментов и ворот гостей, вплоть до 25-й минуты, на которой сначала Владислав Крудюс заставил повиноваться Юрия Шишкина, а потом Дмитрий Градиленко головой забил второй мяч 2-0. Некоторую активность проявляли у самарцев Сафронов и Булатов. А в основном вратарь Росельмаша Владимир Савченко в работе не был. Второй тайм хозяева поля провели с такой же активностью, не давая футболистам Самары хоть как-то развернуться. На 52-й минуте игры вратарь гостей сбивает Юрия Матвеева, и арбитр встречи Юрий Баскаков назначает пенальти. Его точно реализует Матвеев 3-0. Дождь, как выяснилось, та самая погода для Росельмаша. А если серьезно? Мне сегодня очень понравился настрой и агрессивность. Ну, скажу так, доволен и реализацией моментов. Хотя немножко у нас побольше, может быть, можно было забить там и 7-8, но это ж уже нереальные. Ну, как, не то, что нереальные. Хотелось бы, но ладно, и хватит, как говорится, трех.